Специалисты продолжают проводить ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды в Самаре. 7 декабря воды не будет с 9 до 23 часов в домах по адресам Осипенко, 14, 20 и 24, а также Новосадовая, 22, 24. Адрес установки бойлера – улица Осипенко, 20. Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Во всех районах города идут работы по ликвидации последствий снегопадов. Самарский район сообщает в своем телеграм-канале, что на расчистку вышли обслуживающие организации, управляющие компании района, МБУ «Самарская». На благо района для обеспечения комфорта и безопасности трудится 112 дворников и 22 единицы специализированной техники. В городском округе Самара состоялось награждение победителей районного этапа конкурса «Учитель года». Департамент образования поздравляет победителей и желает успехов на окружном этапе конкурса. В школе номер 86 состоялось открытое первенство Кировского района по автомодельному спорту. Участники смогли продемонстрировать свои умения и навыки. Сейчас такое направление у детей достаточно популярно, возможно, потому что модели на радиоуправлении в большей степени, чем другие машинки, напоминают настоящие автомобили. А сами спортсмены, стоя на треке, могут себя почувствовать участниками настоящих автогонок. В первенстве приняло участие 57 человек из трех образовательных учреждений, пишет телеграм-канал Кировского района.